Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-7H поддержит оптимальную температуру в помещении до 15 квадратов. Радиатор поставляется в утилитарной коробке с инструкцией и сервисной документацией. Отдельно разложены ножки и колеса, фиксируемые винтами. Отопительный прибор Ресанта ОМПТ-7H позиционируется как универсальное масляное решение для отопления комнат до 15 квадратных метров. Семиячеистый металлический корпус масляного радиатора оснащен ТЭНом мощностью 1500 Вт с возможностью регулировки энергопотребления. Внешний вид и дизайн масляного радиатора традиционный для открытых семиячеистых отопителей. По высоте корпус не превышает 65 см с учетом колесиков, шириной всего 37 см и весит ровно 8 кг. С торца радиатора вынесена пластиковая панель управляющих элементов, скрывающая электронику прибора. В верхней точке оформлена рукоять для передвижения, удобная благодаря колесикам в основании. Ниже вынесена рукоять настройки температуры и отдельный регулятор мощности отопительного ТЭНа. Сам элемент находится в основании батарейной секции, заполненной минеральным маслом. На одном уровне с ним вынесен подвес под шнур питания. По техническим характеристикам масляный радиатор Ресанта относится к категории начальных семисекционных решений для отопления и поддержания заданной температуры в небольших помещениях. Мощности 1500 Вт хватает на 10-15 квадратов, при условии хорошей термоизоляции стен. В быту такой обогреватель подойдет не только в осенний предотопительный период, но и в бытовых помещениях на даче, при строительстве и в небольшой гараж. Благодаря закрытой схеме отопителя на масляных батареях может использоваться и для подсушивания помещений. Главное — соблюдать пожарную безопасность.